До выборов депутатов мясцовых советов застается меньше, как 2 тижні. У выборщих комиссиях завершился разгляд скаргов незарегистрованных претендентов. Таким чином, згодно с опошними даденными, за депутатские посвящения советов усіх узровнів на Гомельщині будут змагаться 3526 человек, у тим ліку 142 – у областный совет. У списы выборщиков унесены 1 098 206 человек. У гэты дни у них есть магчимость сустрэцца с членами комиссии и удакладнить эту информацию. Это особливо актуально для жыхароў новых микрорайонов. У списах выборщиков их прозвищи могут оказаться по старым адресе. У нас на район новостройка. Люди прописываются периодически, вот даже в самое последнее время. И для того, чтобы им принять участие в выборах, они должны знать, записаны в списке или нет. Если так получается, что нет, значит, мы берем их данные и вносим их в списки. Много очень новых домов сдается, и как бы эту ситуацию надо контролировать. У будинку 72-й Гомельской средней школы по час выборов у мясцовые советы будут находиться одразу 4 выборчие участки. Большая из них планируется разместить у фойе, але покуль представники усіх комиссий ведут прием громадян у одном покое. Разом с тем, навод такая компактность не выключает необходимости принятия додатковых мер по подтримке парадку и створения мер безопасности для школьников. У первую шаргу это навушальная установа со своими правилами. У нас организовано дежурство. На перерывах дежурят участники. Во время образовательного процесса, во время уроков, то есть дежурит вахтер и назначенные педагоги, которые не задействованы в образовательном процессе. Дальше непосредственно под час выбора у членам участковых комиссий у 72-й школе будут допомагать волонтеры из лику старшеклассников и наставников. Их задача – оказание содействия людям с обмежованными махчимостями. До 9 лютого уключно дежурство членов комиссии на выборших участках будут организованы с 17 до 19 годин. У субботу 10 лютого с 12 до 14. С 13 лютого, коли распочнется дотерминовое голосование, участковые комиссии будут открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 годин. Олексій Сюров, Ольга Коновалова, Євген Макенко, телерадіокомпанія Гомель.